Всем привет! Канал может пригодиться. И сегодня небольшой обзор программки, которая называется Bandicam. Нужна она для записи видео с экрана. Обзоров на эту программу на YouTube достаточно. Однако я столкнулся с такой проблемой. Ответы на YouTube, на которые я не нашел. Мои проблемы заключались в следующем. Установил эту программу. Начал делать записи с экрана. Получается у меня исходные файлы, допустим, вот следующим образом. Вот так вот выглядит запись. Но мне нужно впоследствии обработать этот ролик в Sony Vegas. Я закидываю этот ролик в видеоредактор. Однако Sony Vegas готовый материал никак не воспроизводит. Как видите, абсолютно черный экран, никакого движения. И были такие же проблемы с другими установками у этой программы, с другими настройками. Исходный материал Sony Vegas не то что не видит, он их даже не воспринимает. Поискал я немножко, поработал с настройками, и оказалось все довольно-таки просто. Конечно, для начала нужно эту программу качать, весит она немного. Скачали программу, запустили, и открывается у нас вот такое вот окошко. В этом окошке уже, вот в этом меню, выбор экрана, выбираем полный экран. По крайней мере, в моем случае, я показываю свои настройки, выбран полный экран и формат 1920 на 1080. Далее я захожу в настройки видео, пункт запись, захожу в настройку и в этом меню уже настраиваю свой микрофон. Микрофон у меня подключен USB и громкость установлена на 80. Микрофон, на который сейчас идет запись, это микрофон Fifine K669B. Громкость на 80, и далее нужно обязательно выбрать фильтр. По крайней мере, в моем случае, иначе идут лишние шумы. Подавление шума установлено сильное. Динамики, выходное устройство у меня установлено по умолчанию. В этом параметре, пожалуй, все. Далее надо перейти в формат MP4 и настройки. Заходим в настройки. По умолчанию здесь настройки изначально стоят AV. AV, к сожалению, Sony Vegas у меня не воспринимает. Я установил формат записи MP4. Дальше настройка видео. Размер. Полный размер. FPS я оставляю 30. И вот следующий шаг. Кодек H264 CPU. У меня установлен 264 CPU. Либо я ставлю H264 Intel. Если я в этом параграфе кодек выберу MP4, то опять же Sony Vegas готовый материал никак не принимает. И следующая настройка, а это аудио. Как бы странно ни звучало, но из-за этой настройки, когда я устанавливал настройку MP3, Sony Vegas также не воспринимал готовые файлы. Поэтому кодек я установил ACC, битрейт 192, канал моно и частота 44-100. Программа эта довольно-таки легкая, интуитивно понятная. В настоящий момент именно на этих установках, которые я сейчас показал, именно на этих установках идет запись этого ролика. На этом все. Канал может пригодиться. Всем удачи!